You hear that? Chopper. Yes. Right there. They spot us. Yeah, how am I supposed to know that? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и это пятая часть прохождения The Walking Dead Survival Instinct. На этот раз мы отправимся в городок под названием Така. Давайте выберем наш маршрут, поедем мы, видимо, по шоссе. Да, давайте поедем по шоссе. На этот раз. Итак, время дня ночь. Община Таггарт примечательна только маяком, одним из последних кинотеатров под открытым небом в этой части страны. И у нас остановочка. Возможность поиска. Слышно, что где-то впереди зомби атакуют выжившего. Становится и помочь. Игнорировать. Остановимся, посмотрим. Может, кто-то будет полезный. А может и нет. Так, и у нас предметы 9 из 10. Надо бы повыкладывать нам все подряд. В том числе и пистолет я оставлю. Полуавтоматическая винтовка, двустволка. Давайте двустволку я выложу. Патрон для дробовика выложим. А у нас места нет. Супер. 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 Так, тогда надо что-то отсюда выкинуть. Что-то надо отсюда выкинуть. Пистолетные патроны, сигнальный факел, свинцовая труба. Нож для выживания. А вот нож я выкину. Да, выкинем нож. Так, отсюда мы переместим. Да, патроны для дробовика. А нет, лучше давайте-ка еще что-нибудь уберем. Собственно, двустволку я не убрал, так. Надо будет усиленный топорик, зубренная мачете. Давайте трубу еще выкинем. Да. И я уберу отсюда у нас... пистолет. Нет, лучше винтовку. Все, можно отправляться и спасать нашего выжившего. Итак, мы можем спуститься направо. Можно пройти вперед. Кстати, они стоят к нам спиной, так что это довольно халявно. Бутылка, нафиг, хватает у нас уже этих бутылок. Всеми завалено просто этими бутылками. Так. А здесь, о, смотрите-ка, патрон для дробовичка уже в самом начале. Бензина, много бензина, слушайте, отлично. Довольно много. Забавно, интересно, что будет, если у нас бензин закончится. Наверное, такого случиться не может. Или мы будем останавливаться и искать бензин, пока не найдем его. Сухой паёк. А что, пока неплохо. Пока неплохая тут стояночка для кемпинга образовалась. Да и сверху нас не видят. Что тоже, безусловно, нам в плюс. Еще бензин вижу. Пистолетные патроны. Превосходно. Что они тут на пикничке делали с этими пистолетами? О-о-о, вот они где все. И нам нужно их по одному перебить, что ли? Ну, давайте я подманивать их начну потихонечку. Вот этот сначала... А потом и все остальные. Тормози. Отлично. Ох, все время эти падающие головы меня пугают немного. О, двое. Как раз. Такое чувство, как будто пощечину им даешь. Одну, вторую, третью. Вот еще двое. Сейчас потихонечку, полегонечку. Стоять! Стоять, я сказал! Нет, все-таки покоцали нас немного. Ну, ладно. Покоцали, так покоцали. Не, я боюсь близко подходить. Очень боюсь. Поэтому давайте-ка мы используем вот эту вот интересную вещь. Как бутылочку. Так... Так, неплохо, неплохо, неплохо. Ну, и как нам тебя спасти, умник? Как нам тебя спасти?
И что? Спасибо за помощь, парень. Чего спасибо за помощь? Они все еще там. Чего спасибо за помощь? Слезай. 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 Иначе нам всем крышка. Что ж ты такое-то делаешь-то, а, дурень? Сваливай отсюда. Ладно, ладно, ладно. Видимо, придется все-таки с ними со всеми разобраться. Да сдохните, вот так. Тут еще парочка осталась. Тут уже небольшая проблема. О, все, все. Спасли мы выжившего. Да, действительно, нужно было всех перебить. Thanks again. Those things just came out of nowhere. Name's Ahmed. My group was hit by a walker attack while I was out collecting supplies. I'm all that's left. Let me come with you. Believe me, I will pull my weight. Ну, сейчас узнаем, насколько ты хорош в деле. Так, нафиг эти фаеры. Толку от них мало, очень мало. Все эти отвлечения, вся эта какая-то фигня. Она реально здесь никакого толку с нее нету, совершенно. Просто вот практически бесполезно. Ну вот отвлек я их бутылкой. То есть, да, если мне надо куда-то пройти, безусловно, это, так сказать, незаменимая вещь. Ну, а если мне не надо никуда проходить, если мне надо их перебить, толку от этих бутылок вообще не вижу. Проще на самом деле перестрелять. А то, что тут патронов мало, так это все вранье. Или я просто так мало пользуюсь. Ну да, я, конечно, мало пользуюсь, поэтому у нас в итоге столько патронов. Сейчас посмотрим, насколько хорош этот паренек. Тупо, что все время кого-то одного только можно. Он, кстати, безрассудный, с ним плохо миссии делать. А, у этого ХП 75. Ну что это такое? Скрытный слабый. А этот крепкий и безрассудный. Да. Ну и кого оставить? Техник-строитель. Ахмед Фаран. Майк Свенсон. Безрассудных, да, очень высокий риск миссии. А этот слабый и скрытный. Значит, у него, наверное, больше будет. Ну, давайте проверим, короче, не знаю. Так, инвентарь будет брошено. А что нам нужно бросать-то? Нам надо что-нибудь бросать? Да ничего нам не надо бросать. Все, поехали дальше. Берите путь, шоссе. Come on, man. You gotta get off the road. Yeah, they're looking for somebody. But it's not us. Wasn't us that killed that camp. They don't care about that. They're still after my head, man. And anyway, we can't lead them back to my club. Calm down, man. Take your pills. Find a place. Да, Мэрл довольно нервный. И еще, походу, психованный довольно-таки. Так, давайте-ка мы сначала с тобой разберемся, парнишка. А какое он оружие это любит? Не-не-не, не то. Я хотел посмотреть инфо. Вот, инфо. А, вот. Ахмед жил и работал в саванне, Джорджия. Он спас и укрыл 23 выживших в импровизированном бункере во время вспышки эпидемии. Все они погибли во время путешествия в Бирмингем, пока Ахмед искал еду в лесу. Да, печально. Ну, а тут не написано, что он любит-то. Какое оружие? Я забыл. А, он никакое не любит, он просто скрытный слабый, понятно. Ну, давайте ему дадим там улучшенное мачете. Пусть рубит. И пусть хавку жрет. 55% риск группы. Ну, пусть идет. Все равно пусть идет. Че их возле машины-то оставлять? Надоели уже, честно. Просиживают все время. Так. Патрон до дробовика переместить. А перемещать-то уже и некуда. Ладно, раз у нас столько патронов для винтовки, тогда мы возьмем полуавтоматическую винтовочку. А, стоп. Чем мы вот такую-то ерунду ему дали? Давайте-ка вместо усиленного мачете мы ему дадим однозарядный винтарь. А, ничего не поменялось. То есть, что бы я ему ни дал, риск миссии остается таким же. Идет он там с мачете,
Идет он с пистолетом, идет он, не знаю, с винтовкой. И все равно риск группы 55%. Ну, глупо, а. Не знаю. Ну-ка, если перезайти. Да нет, все то же самое. Бред какой-то. Ладно, пусть идет с мачете. Это чушь какая-то. Ладно. Так, патрон для дробовика нам уже класть некуда. Я возьму пистолет. Где мой пистолет-то? Вот, мощный пистолет. А патроны для пистолета у нас где-то были здесь. Да что я не могу ничего переместить? Как будто тут лютое переполнение. 10 из 10, а я все равно ничего не могу переместить. Так, порик выкинем нафиг. Да, пофиг на него. Так. Сигнальный факел тоже выкинем. Сколько места, а? Сколько все это место занимает? Переместили пистолетные патроны. Так, спортивные, бутылки все эти. Патрон для дробовика, пистолетные патроны. Вот, патрон для дробовика еще берем. Все. Стоп. Стоп. Это я поспешил. Я ему что отдал-то? Я ему свое улучшенное мачете отдал. Все. Вот так вот. Где моя улучшенная мачете? Вот, все, наконец-то. Ну да, теперь, я думаю, можно идти наконец. А, нет, стоп, бензин-то надо тоже убрать. Все, отлично. Все, отправляемся наконец-то уже. Да, иди ищи еду. We gotta switch out trucks. Those birds are hawking us. Could be to help. You ever think about that? You hear that? Chopper. Yes. Right there. They spot us? Yeah, how am I supposed to know that? Just rustle up a new ride. I'm going up that hill to see what I can see. Ну давай, посмотрим, что ты там сможешь увидеть со своего холма. Непонятно вообще. Ладно, нужна новая тачка, это хорошо. Взял бы какой-нибудь мини-вэн, чтобы я туда четверых людей загружал. Чтобы они шли там все в одной группе и добывали то, что нужно мне. Всякую хавку там, патрончики и прочее. Так, этого убили. Ну, начинается, короче, как всегда. Эти зомби будут сейчас появляться из ниоткуда и уходить в никуда. Как и всегда. Так, тут у нас ничего нету. Музычка-то заиграла, музычка. Почему компас не работает? А, вон он, Мерл, на холме стоит. Ладно, будешь командовать. Young man. Be careful now. Don't let those poxy unfortunates hurt you. Ладно, найдите старушку в кинобудке. А почему у нее голос был как у мужика? Да, что за хрень? Почему голос как у мужика был? Давай, перепрыгивай. Во. Где кинобудка? Please tell me you didn't come here all by your lonesome. Not with things being what they are. No, ma'am. My brother's keeping watch. Such a nice young man. You should gather up your brother and head to Palmetto Estates directly. Yeah, we're going that way. As soon as we get new wheels. Can you spare one of those? Oh, those aren't mine to give, I'm afraid. But I own a car I could let you have. What about you? Let's face it, honey. I'm too old to run, no matter how bad things look. Anything I can do for you before I go? Well, if you would be a deer and retrieve Satchmo from my house, it would be all I could ask for. Consider it done. You know, a young man needs a car. I'll look for my keys while you're gone. А, котяру принести тебе, ладно. А взамен мы заберем всю твою еду. Ха-ха, да. Включить проектор? Интересно. Что у нас там идет? Да, ничего особенного, понятно. Ладно, пошли крошить зомби, искать кота. Если, конечно, нам удастся его найти. Почему здесь ничего нет? Почему двери открыты к ней сюда? Хоть бы забаррикадировалась как-то. Или все уже? Ждешь смерти? Да, бутылочки нам пригодятся. Так, нам нужно туда. Из ее дома кота притащить. А где у нее дом-то? Я откуда знаю. Так, это баллон у нас здесь для взрыва. Зомбей. А, они все столпятся у экрана. Ха, классно. Неплохой трюк.
Так, куда-то туда нам нужно? Ну, сначала эту башку надо отрубить, а потом уже можно и двигаться дальше. Опять кто-то там издает эти поганые звуки. Ой. Они дверь пробили. Ой, смотрите-ка, сколько их тут. Лезут и лезут, а. Блин, заметили меня. Ну идите к экрану уже, достали вы. Давайте идите к экрану. Вот так. Разломали ворота. Теперь можете идти к своему экранчику, наблюдать ваше кинцо. Специальный вечерний показ для вас. О, они нам еще и дверь открыли. Вообще супер. Так, и чего? Нам явно не сюда. Куда-то сюда. Где же ее дом-то, а? Так, потихонечку. А зачем нам ее толкать, я не понимаю. И что? И что в итоге? А вот ее дом, наверное, как мне кажется. Сатмо! Да действительно, где этот котяра? Забавно. Искать кота. Сейчас будет зомби-кот. Я посмеюсь-то. Будет зомби-кот или не будет? Давайте, зомби-кот. Ну. Сейчас отдергиваю занавеску. И зачем мы это включили? Чтобы зомби подманить? Ну нафиг, выключай. Так, тут что-то не пройти. Так. Сначала патроны и двустволочку я заберу. Включу эту хрень, чтобы их отвлечь. Надо бежать. Ох ты, елки-палки. Пусть они идут туда, а? Блин, ненавижу эту мини-игру. Ненавижу ее. Да я еще ни хрена и не вижу. Да сколько мне вас перебить-то, а? О, боже мой. Давай. Вот так. Следующий. На тебе, тварь. Теперь ты, девка, на в голову тебе. Давай. И еще разочек. Да сколько вас здесь? На тебе. Боже ты мой, лупит нас и лупит. На, тебе, тварь. Фу. Ничего себе, мы тут толпу выбили. Этих уродов. Наверное, знаете, что надо было? Подождать, пока они проломятся туда, пойдут на звук. А как самим-то выход-то здесь у нас? Ай, опять эти уроды нас увидели. Ладно, все, сваливаем отсюда. Дурацкий кот. Скольких... Ну, нам стоил сухого завтрака. Да, так страшно. What's it look like I'm doing? I'm saving the damn day. Как страшно. Все, отвлечем вас. О боже мой, да откуда же вас столько здесь? Жесть какая. Да отвяжитесь от меня. О боже мой, тварь, а. Так, надо валить нафиг, пока нас не убили. Давай, наконец, перепрыгну. Все. Фу. Бери своего кота. Oh, thank God. And thank you, mister. Here are the keys. I forget where I parked, Betsy, but there's a chirp on the key. You sure you won't come with? I've done all the running I'm gonna do for this lifetime. Now you go on. Go on. We'll be just fine. Так.
Ну, надеюсь, у такой милой старушки будет очень милый минивэн. Как нам отсюда бы выбраться теперь, а? Ну так еще и чтобы было безопасно. Так, как думаете, обыскать нам здесь? Все. Да, что-то ничего тут нету. Так, а здесь? И здесь тоже ничего. Молоток. Нафиг этот молоток. У нас оружие дофигище просто. Нам этот молоток вообще не нужен. Привет, уроды. Как хорошо, что они перелезть не могут, а? О, сейчас мы им руки будем рубить. Да-да-да, поближе. Ты черт, же уроды, а? Не дотягиваются. Так. Нет, они все-таки дотягиваются, сволочи. Ладно, сейчас возьмем что-нибудь повеселее. Типа это, уроды. О, другое дело. Совсем другое дело. Так, где наш питательный завтрак? Блин, уроды, а? На тебе, тварь. Культяпками своими. Да как он нас бьет, башкой что ли? Охренеть, а? Издеваются над нами, а? О, еще здесь они подтянулись. Вообще супер. Блин, как отсюда выбираться, я теперь не знаю вообще. Все сухие завтраки поизрасходовал на эту чушь. И здесь тоже их куча. А, нет, стоп, здесь их маловато. Здесь всего один урод. Все, сваливаю. Не с того выхода я начал. Так, а что, написано разве, где машина стоит? Очень на это надеюсь. Пошла отсюда. Так. Быстрее, они сзади. Да беги же ты. Не стой. Вот так, отлично. Фу, я думал, нам нужно будет с брелком сейчас бегать, кнопочки нажимать. Да нифига. Спокойно прибежали к месту назначения и все. Миссия завершена. Итак, купе обнаружен. Вещей найдено. Ахмед Фаран возвращается с... Че он? У него ХП, посмотрите сколько. Зато он нашел два пайка и один напиток. Ну, молодец. Фаран. О, еще два места для выживших. Наконец у нас нормальная машина, а нет, дерьмо. Так, ну и чего нам с ним делать? Ладно, отпустим в ближайший... В ближайшее время мы его отпустим. Ну все, перейти к карте. Да, я хочу продолжить. Я хочу продолжить. И следующее место назначения Лемон Хилл. Отправляемся по шоссе. Время дня полдень. Толпы собрались поглазеть на шоу фейерверков на летнем фестивале. Да, дочитаем чуть позже. Обыскать забегаловку. Давайте обыщем забегаловку, войти в локацию. Так, посмотрим, что у нас здесь. Да, сколько у нас всего в машине-то лежит, ё-моё. А, ну-ка заберем отсюда. Сухой паёк заберем. А вот бензин у нас где-то лежал. Нет, нигде нет у нас бензина. Так, патрон для винтовки переместить. Для дробовика переместить. Двустволка, еще одна двустволка. Переместить. А, ну и все, можно отправляться. Так. Так, давайте здесь тоже все пообыщем. Хорошо бы, конечно, выжившего какого-нибудь здесь найти. Полдень – это классное время, самое отличное. Самое отличное время для избиения зомби. Еще бензин для нас тут. Не знаю, по шоссе, наверное, самое лучшее всего ездить, потому что по проселкам, да, мы что-то можем найти, конечно. Но, боже мой, сколько их здесь. Многовато. Так, тут у нас... Да все время эти холодильные камеры какие-то пустые. На тебе, урод. Ну вот, начинается. Ладно, хотя бы по одному. Так, там что-то лежит, да? Да, там патроны у нас лежат. Ладно, хорошо. Отлично, это у нас бутылочка. Нафиг ее. Где тут патроны-то были? Видел я.
Вот они. Отлично. Патрончики взяли. Напиточек еще взяли. Прекрасно. О, они еще дверь ломают. Почему вы ломаете только когда я сюда подхожу? Вот вы ее сломали и уходите давайте. Что вы делаете? Я не понимаю. А, они ее сломали, чтобы ко мне пройти. Да, все равно ударили нас. Ладно. Так, пройдем на задний дворик. Здесь должен быть гараж, по идее. Собственно, как и всегда. Или нет? Так, это что? Это болты. О, а вот это нам пригодится. Нам бы еще арбалет для них найти. Был бы вообще супер. Но надеюсь, что в следующей миссии мы точно найдем арбалет для этих болтов. И мы сможем, я надеюсь, забирать их из трупов. Потому что иначе это будет довольно тупо. Хотя кого здесь беспокоят какие-то нестыковки и какая-то нереалистичность? Вот сволочь, слушайте, реакция у него хорошая вообще. Хорошая реакция. Я только на... Только кликнул, а он уже меня треснул. Так, ну и что, куда тут еще можно-то пройти? Какая-то маленькая локация. А, вот еще дом есть. Ну да, это одна из стандартных локаций. Собственно, как я и говорил. В такой игре не может быть все время новых локаций. Будут только стандартные заготовочки. Которых будет, конечно, не так уж и мало, но, видите, не так уж и много. Gotcha. Да, крошить зомбарей здесь просто дно удовольствия. Быстро, четко, без каких-либо проблем. Идем, шинкуем. Одного, второго, третьего. Собираем бензин. И чувствуем себя довольно уже уверенно. Еще бы нам опыт давали за это все. Было бы вообще супер. Отлично. Прям тоннами их крошим. Тоннами. Ой-ой-ой-ой. Куда это ты собрался? Хочешь нас покушать? А вот мы дверку-то закроем. Хотя они могут сломать, но... Мне кажется, они просто отстают от нас со временем. Так, что-нибудь здесь можно найти или нет? Сейчас узнаем. Так, здесь у нас спортивный напиточек кто-то оставил. Вот бы выживший был, а? Я бы его посадил сразу к себе. У меня там еще два места есть. О, башка торчит через дверь. Потеха. Так, ну и здесь ничего нету. Да, печальное какое-то место. Ничего тут нету. И дом какой-то пустой. Зомби какие-то скучные. Все, наверное, надо сваливать. Что-то уж больно мало мы тут чего нашли. Из полезностей. Да-да-да-да-да. Мы все хотим кушать. Но кому-то сегодня покушать не судьба. Да, вроде все. Нет, патроны еще вот здесь у нас есть. Патроны это хорошо. Жаль, что расходуются очень быстро. О, боже мой, так и знал, что тебя надо убивать. С самого начала. Это какой-то хипарь вообще. По одному, ребятки, по одному. В колонну выстраиваемся, слива. Ну как головешки-то летают прекрасно. Что-то бессмысленно их, конечно, убивать. Жалко, очень жалко, что он не прокачивается, наш персонаж. А еще более жаль, что не прокачиваются наши вот эти спутники. Потому что, ну мы их там же кормим, блин, Симсом каким-то занимаемся. Они даже не хотят... Не хотят прокачиваться. Итак, что у нас в инвентаре? Да, все нормально. Переходим к карте. Продолжаем. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим мы уже в следующей части. Наконец-то мы приедем в Лемонхилл, где было много фейерверков, и они привлекли целую орду ходячих, несмотря на все усилия военных. Что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.